Firefly Aerospace – приватне аерокосмічне підприємство, що базується в американському місті Остін, штату Техас. Власник компанії – український підприємець Максим Поляков. Firefly Aerospace розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. Із 17 травня 2018 року власний науково-дослідницький центр компанія відкрила у Дніпрі. На відкриття завітав і президент України. Компоненти для ракет «Альфа» і «Бета» тут розробляють близько 150 фахівців. У центрі знаходиться й найбільший в Україні 3D-принтер для промислового прототипування деталей майбутніх космічних апаратів. Детальніше про роботу наукового дослідницького центру у Дніпрі і не тільки поговоримо із гостем. У нашій студії директор із розвитку міжнародного бізнесу аерокосмічного підприємства Firefly Aerospace Джон Ісела. Доброго вечора нашому гостю. Тож, розкажіть, будь ласка, докладніше про вашу компанію. Розпочнемо з цього питання. So Firefly Aerospace is a US company. Firefly Aerospace является американской компанией, которая разрабатывает новые ракеты-носители для запуска полезной нагрузки малого и среднего класса. Также компания разрабатывает ряд других технологий, например, для реализации лунных миссий, а также других захватывающих миссий, которые ожидают нас в будущем. Захватывающих, это очень хорошо звучит. Я знаю, что в нашем городе есть научно-исследовательский центр. Чем он занимается, для чего он существует и как давно? Днепр – это город с большой космической историей. Мы основали наш центр чуть больше года назад. В данный момент в центре работает около 140 сотрудников. А в каких странах сегодня еще есть ваши центры и что делают эти сотрудники вот в Днепропетровском центре? И прежде всего в США, потому что Firefly Aerospace – это американская компания. Головной офис компании расположен в штате Техас в Соединенных Штатах. Также у нас есть офисы по продажам в разных частях мира. Единственный центр в Украине такой подобный центр? Да, это единственный научно-исследовательский центр нашей компании в Украине. А почему выбрали именно Днепр? Вы сказали о традициях. Что вы знаете? Вы работаете уже здесь несколько лет. Прежде всего, это опыт, ведь у города более 60 лет опыта работы в ракетно-космической отрасли. В городе имеются очень хорошие кадры в ракетно-космической сфере. Насколько я поняла, в вашем центре работают местные кадры или это иностранные? Только местные украинские специалисты работают в нашем центре, поскольку нам разрешено нанимать на работу здесь только украинский персонал. Но вы удовлетворены качеством их работы или если бы у вас была возможность, вы бы нанимали иностранных специалистов? Мы очень довольны. На самом деле, украинские специалисты, ракетчики являются одними из лучших в мире. Замечательно. Знаю, что НАСА брала для своей лунной программы компанию с офисом в Украине. Это компания в Днепре. Вот расскажите немножко о своем сотрудничестве с НАСА. У НАСА есть планы по пользованию коммерческих услуг, направленных на миссии по доставку на Луну малых и средних полезных нагрузок. И как раз возможности наших ракет, которые разрабатывает наша компания, удовлетворяют требованиям, выставляемым НАСА. Future planned capabilities perfectly fit NASA's requirements. То есть это какие-то отрезки программы, это не целая программа, да, какие-то вот кусочки таких миссий, которые выполняет украинская компания. Украинский R&D офис является лишь частью компании Firefly Aerospace. Этот центр будет отвечать за разработку определенных компонентов, которые будут использоваться для реализации программы. А какова стоимость этой программы? Выделяет ли НАСА какие-то деньги на разработку? Это долгосрочная программа НАСА общим бюджетом около 9 миллиардов долларов. И этот бюджет будет распределен между несколькими компаниями. Он будет или уже распределен ваша компания? Уже знает, какой объем средств? It's already has been allocated, and you know which scope
is allocated for your company. We don't know the exact scope. Ми не знаємо конкретного об'єму фінансування. Першим етапом являється вже то, що ми, в принципі, знаємо, що ми маємо шанс участвувати в реалізації цієї програми. Коли вона почнеться? I don't know really. Я на самом деле не знаю. I should know, but I don't know. Ну, то есть я так понимаю, что она не работает, да? Она пока еще там в стадии каких-то разработок, да, и говорить о старте этой программы еще нельзя. Right. It'll be в течение нескольких последующих лет NASA как раз будет работать над тем, чтобы определять объемы работ и кому сколько будет положено в рамках этой программы. В общем, на будущее вы себя работой обеспечили, да? Что сейчас? Есть ли работающие, как это правильно сказать, корабли, да, сейчас там, в космосе? Есть ли работающие программы, какие-то машины? Right now, no, we do not have any. На данный момент у нас нет кораблей, которые летают в космосе, но у нас есть научно-исследовательский центр, в котором работает порядка 140 людей, и они работают над тем, чтобы в будущем обеспечивать имеющийся спрос на рынке. В будущем, опять я слышу о будущем. На сегодняшний день мы слышали информацию о том, что уже какие-то растения дали всходы на Луне, на какой-то части Луны. Вот когда возможно продвинуться в этом вопросе, я имею в виду с исследованиями на Луне? Well, the prospects are very good because this is. На самом деле очень хорошие перспективы, и эти перспективы позволят объединить коммерческую деятельность и научный подход. Мы уже знаем, что на Луне были достигнуты определенные успехи в прошлом, и все идет к тому, что потенциал хороший. Давайте вернемся к нашему городу. Вы сказали, что вы живете здесь уже какое-то время, уже знакомы с нашим городом. Что нужно для того, чтобы наш город поддерживал и развивал вот этот статус космической столицы, вы тоже о нем знаете, и в будущем? На самом деле существует несколько моментов. Первый момент – это то, что украинские законы не дают возможности коммерческим компаниям разрабатывать полностью космические системы, и что должно быть сделано на правительственном уровне. Это то, что государство должно способствовать разработке систем коммерческими компаниями. И вот эти вот законы, они тормозят развитие космической отрасли в Украине. Не только в случае с нашей компанией, но и в случае с другими компаниями, организациями, которые хотят разрабатывать космические технологии. Законы должны быть пересмотрены во благо развития космической отрасли страны. Второй момент. Люди должны быть более оптимистичны. Смотрите, американская компания пришла в город, чтобы воспользоваться новыми космическими возможностями, пользованием имеющегося опыта на местном уровне. Поэтому нужно быть оптимистами, энтузиастами и верить во все хорошее. Наши люди не оптимисты. Вы сталкиваетесь с тем, что нет поддержки, да, нет доверия, веры. Only about once a day, maybe. Приблизительно раз в день я с этим сталкиваюсь. Но если мы сравниваем, законодательная ситуация в Америке и у нас, она очень сильно отличается, да, в этой сфере, я имею в виду. Yes, in the United States there are no restrictions. Американские законы не запрещают американским космическим компаниям разрабатывать космические технологии. Если бы такие ограничения на законодательном уровне существовали в США, тогда бы мы не увидели успех компании SpaceX. Это хороший пример, почему законы должны быть пересмотрены. Ну что, на сегодня закончим. Будем надеяться, что все-таки мы будем более оптимистичны и наши законы будут более лояльны к вашей сфере, к вашей деятельности. Let's stop at this point and let's hope that our law will be made favorable to your domain. I'm sure it will. Уверен, так и будет. Спасибо за визит. Спасибо.